Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Во-первых, не ругайтесь за качество звука. Мне уже посоветовали хороший микрофон от компании Samsung. Я его, в принципе, заказал, и в скором времени у меня будет нормальный, хороший студийный микрофон для записи подкаста, который мы планировали с ребятами из HSP, и, собственно, для того, чтобы мог снимать хорошие, качественные видеоролики и топы. Итак, а сегодня мы поговорим о том, как подключить наушники к Xbox 360, к PlayStation 3, в общем и целом к телевизору, то есть к любым консолям техники, да, которая создана для вещания, то есть у которой стандартный вход подключения наушников мини-джек. На самом деле в интернете полно видеороликов, как надо брать тюльпан, HDMI кабель, что-то там вырезать, резать. Один фиг, в конечном итоге вы будете пользоваться проводными наушниками, но это настолько мне неприятно и непонятно, да, я все-таки живу в современном обществе, где вовсюду, да, бесконтактные технологии, то есть мне этот, сам этот подход изначально не понравился, и я стал искать в интернете как-то другую альтернативу, то есть как подключить наушники, желательно беспроводные, вот, Bluetooth наушники, к моему Xbox 360, чтобы не было никаких кабелей, не было никаких проблем, я мог совершенно спокойно играть в игрушки. И, кстати, это не только касается Xbox 360, можно точно так же смотреть, получается, фильмы, DVD, можно точно так же пользоваться PlayStation, звук будет идти в наушники. Единственное, что этот способ самый простой, но он немножечко затратный, потому что вам придется приобрести вот такой вот Bluetooth-приемник. Это Bluetooth-трансмиттер. Он стоит от 1300 рублей до 2000. Если не покупать его в интернет-магазине, допустим, AliExpress, а покупать в рознице, я походил по магазинам, он стоит 4000, там, 4500. Но вот не эта фирма, да, которая называется SciLabel, а там какие-то вообще ноунейм-производители мне непонятные. Вот, я анбоксинг и обзор этого устройства уже делал, то есть можете посмотреть его в рубрике «Али» по ссылке. Ну и, собственно, теперь я могу сказать, что он полностью работает. Давайте посмотрим на конструкцию, которая в конечном итоге получилась. Собственно, сам Bluetooth-трансмиттер. Мы видим кабель питания. Здесь имеется свой собственный аккумулятор, но так как я использую его только в связке с телевизором и Xbox, то, собственно, мне как бы, ну, я его вставил в источник питания вот с таким вот донглом, подключил, вставил в розетку и забыл. То есть он постоянно находится на источнике питания. И, соответственно, в него вставляется мини-джек папа. И, соответственно, папа точно так же вставляется и в телевизор. Это непонятно, это я вам все покажу, но единственное, что кабель придется покупать отдельно, потому что родной кабель очень маленький, и никак мне не удалось его растянуть до необходимой длины, да, для того, чтобы подключить ресивер к телевизору и параллельно, чтобы я мог подключить его к пилоту, да, к источнику питания. В комплекте идет инструкция. Инструкция, по-моему, на китайском или японском языках и, соответственно, на английском. Но подключение очень простое. Я вам сразу скажу, что нужно сделать. Во-первых, как рекомендуется из инструкции, надо убедиться, что вокруг вас нету других посторонних Bluetooth источников. То есть телефон, колонки, да, все, что имеет Bluetooth приемник, ноутбук желательно выключить. Дальше вы включаете приемник, а именно 3 секунды удерживать кнопку питания, это будет включение. 5 секунд удерживать кнопку питания, это будет, соответственно, режим поиска. Так вот, вы удерживаете при первом самом подключении 5 секунд вот эту вот кнопочку и, соответственно, точно так же включаете режим поиска на своих Bluetooth наушниках. Делается это тоже по-разному. Здесь нужно удерживать клавишу питания точно так же 5 секунд. Вот вы их держите и ждете. Ничего не происходит, вы начинаете включать телевизор, смотреть фильмы, соответственно, звук будет идти в ресивер, вы ничего слышать не будете, и где-то секунд через 60, да, через минуту-полторы резко звук пойдет в наушниках. И у меня, допустим, идет такое сообщение в наушниках, что Bluetooth pairing complete. То есть все, как бы спаривание по Bluetooth завершено. После чего все, они друг друга знают, и всегда вы просто удерживаете 3 секунды кнопку питания, и они автоматически ищут наушники. Вот эти вот наушники, с которыми последний раз соединились. И без каких-либо проблем. Итак, давайте посмотрим. Включим игрушку Deadpool. И звук у нас... О, кстати, я вижу себя. Привет. И сейчас звук у нас будет транслироваться непосредственно с динамиков моего телевизора.
Вот, и давайте параллельно запустим PlayStation TV, чтобы показать, что все будет работать сразу с обоих консолей. Итак, запускается Deadpool. Так, а пульт я не взял. Так, переключилось на PlayStation TV. Ну, мы слышим, звук идет непосредственно с телевизора. Что мы делаем теперь? Дальше. Мы подключаем кабель в гнездо для наушников. Чтобы это сделать, мне придется освободить вторую руку. И надо бы сделать звук потише. Сейчас поставлю на штатив, секунду. Делаю звук потише. Вставляю кабель. Сейчас. Итак, я его вставил. Давайте посмотрим. Кабель вставлен. Надеюсь, вам видно. Дальше, что мы с вами делаем? Мы смотрим, где у нас звук. А звук идет непосредственно в наушниках. Но так как это Bluetooth ресивер, что мы делаем? Мы должны его включить. Удерживаем 3 секунды. Кнопку питания. Раз, два, три. Так как я уже провел сопряжение, его повторно делать не надо. Теперь все, что от меня потребуется, это включить мои беспроводные наушники. Удерживаю 3 секунды, чтобы включить их. Раз, два, три. Все, мы видим, идет мигание. И теперь давайте мы переключимся на Xbox 360. И слушаем. Так, звук ставлю на максимум. Вы слышите, нет? Так, секунду. Вот теперь вы должны услышать. Объясню, почему была такая задержка. Вот. А такая задержка была по той простой причине. Я на самом деле, когда читал инструкцию, я немножечко удивился и этому не придал значения. А сейчас, получается, это важный момент. Там было сказано следующее. Когда вы включите Bluetooth-устройство, поднесите его к приемнику, чтобы произошло сопряжение. Я подумал, что это просто, знаете, как правильно выразиться? Ну, подстраховка, что ли, да? То есть, чтобы пользователи ждали подольше, потому что приемники подключаются по-разному, но сейчас я убедился, что это сделать нужно было. Теперь давайте подключимся, допустим, к PlayStation TV. И слышите звук, да? То есть, что бы я ни делал, давайте, сейчас тоже покажу, что звук будет идти из PlayStation. Итак, музыка. Сейчас мы включим именно музыку. А где она? Музыка. Сейчас, секунду. Управление файлами. Музыка. Давайте запустим. И посмотрим. Ну, штука на самом деле очень классная. То есть прям рад. Давайте все послушаем. Погнали. Это такая музыка, это нормально. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все, теперь можно спокойно сесть на диван и играть в Xbox, смотреть фильмы, слушать музыку ночью, никому не мешая. Вот такой вот видеоролик. С вами был Владимир. Ссылочка на товар в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока и до скорых встреч.